Так, Toyota RAV4, 2014 год, американец. Будем ставить фаркоп. Распаковываем Восток. Распаковали фаркоп. Вот такие вот кронштейны. Вставочка и комплект болтов. Покажу чуть позже. Сейчас будем разбирать бампер, снимать. Так, откручиваем здесь два винта, потом здесь винт, вот здесь раз, два, вот здесь снимаем клипсы, ну и то же самое с левой стороны. Так, сейчас будем пробовать сдергивать бампер. Бампер сняли, здесь поддеваете, вот здесь вот есть такой выступ, чуть его поддергиваете, отодвигаете и начинаете отщелкивать с одной и с другой стороны. Все, потом он снимается нормально. Так. Дальше нужно снять эту балку и этот кронштейн. Вот эти болты, вот эти надо с той стороны завшикать чем-то перед тем, как откручивать. Сильно ржавеет. Без снятия этой балки эту штуку не открутите, потому что здесь два болта и один болт там внутри. Балку открутили. Снимаем. Остаются такие кронштейны. Откручиваем вот болт. Вот здесь болт. Там внутри болт. Установили прокоп. Вас ту какие были трудности? Вот эти отверстия пришлось рассверлить, чтобы установить, и здесь где-то миллиметров на 5 взял фрезу специальную и дрелью расширил с каждой стороны где-то на 4 миллиметра примерно. Так, в край. Так как балка вот это получается вот тут гнется по кругу, и балка вся ушла, все размеры ушли вовнутрь, поэтому пришлось расширять вот в эту сторону, то есть наружу, чтобы поставить балку. Вот. Назад. Сюда. Ставится. Так, сейчас мы совместим. Так. Вот так. Сюда вставляется шпилька. И снизу закручивается болт, чтобы магнит не болтал вот так. Так, когда будете устанавливать, нужны метчики, так как вот здесь вот эти все отверстия стандартные под установку фаркопа, когда болты вкручиваются, резьба 1.25, нужно прогнать метчиком обязательно, потому что отверстия засорились, пришлось прогнать метчиком, потом только начал закручиваться нормально.
Так, вот эти места тоже соединения, тоже приходилось совмещать. Подгонять, то есть здесь откручивать, освобождать, здесь затягивать, потом здесь затягивать. Так, в принципе, прокоп стал отлично. Сейчас соберу, покажу с бампером. Так, вот установили. Установил бампер. Вот такой вот вид у машины. С бампером. Покупал. Вымыть фаркоп. Так. Конечно, не нравится, что очень сильно розетка торчит. Буду, наверное, кронштейн переворачивать, что думать. Надо. Чтобы внизу было. Лучше, чересчур. Так, в принципе, хорошо смотрится. Вот. Бампер подрезал. Здесь видно, да? Где-то на 1,5-2 сантиметра.